Сегодня в Волгограде вспоминают страшные события конца 2013 года. 29 декабря в здании железнодорожного вокзала «Волгоград-1» прогремел взрыв. С утра память погибших минутой молчания почтил глава области. Днем у вокзала собрались представители власти, сотрудники полиции, железнодорожники, родственники, близкие и друзья погибших. Волгоградцы несли к мемориальному знаку красные гвоздики и свечи. Напомню, в результате теракта погибли 18 человек, еще 40 получили ранения разной степени тяжести. Я уже, когда сюда только шла, у меня уже слезы наворачивались, потому что это не должно повториться никогда. Потому что мы должны помнить все, что прошли наши деды, отцы. И вот такое повторяется, это просто ужас. Об этом должны знать и дети наши, должны все знать. И мир должны беречь мы все вместе. У входа в вокзал выстроился почетный караул из школьников, которые несут вахту на посту номер 1 у Вечного огня на Аллее Героев. Панихида началась с поименного перечисления всех жертв трагедии. После их память почтили минуты молчания. Екатерина Ахманова помнит тот день, как будто это было вчера. Девушка была недалеко от вокзала, и трагедия произошла на ее глазах. Конечно, надо быть внимательным, надо быть осторожнее. Такие митинги, как сегодня, они прежде всего призывают и настраивают людей на то, чтобы они именно были внимательны, чтобы они не допускали никакой угрозы.